Так, ну что, доброе раннее утро, леди и джентльмены, господа и гости столицы, уважаемые подписчики, ребята в группе, вам всегда привет. Если я вас не напомнил, это не значит, что я вас забыл. Второй день у меня на реке Лесной Воронеж. Время 5:30, сегодня чуть-чуть проспал, но погода изменилась кардинально. Вот как можете видеть, я думаю, камера передаст, все серое. Вообще все заложило. Вот. Всем привет. Фух. Че? 2.05.2019 год. Не помню, сказал, нет. Курить вредно. Вот, очень вредно. Короче, ночью, вечером вчера, дождь. Ну, не то чтобы ливень, но сильный. И всю ночь он шуровал. Не знаю, как это скажется на клеве. Похолодало. Я говорю, везет как утопленнику. Похолодало. Вот, как вы видите, я в теплой курточке. Хорошо догадался взять с собою. Вот. Чего? Я на том же месте, что и вчера. Рыбка крутится. Смотрю, есть разводики по верхам. Короче, по снастям. Сегодня у меня фариум Морм С от 0,5 до 2 грамм. Катушка Цуриное FS1000, шнур Гессен, решетка 0,1 и спритшот 0,5 грамм. Искусственный опарыш, я про него рассказывал. Ну, короче, как бы место дикое, да, брал с собой косодаку, тоже пробовал по нулям. Вот вообще по нулям. Косодака не работает. Не знаю, что за опарыш такой волшебный. Купил хорошо одну банку. Так чувствую, в унитаз улетит. Не берет на него. Вот, так. Что еще хотел сказать? А, вот что, по поводу шнура Гессен, решетка 0,1, моно ПЕ. Рыбалок сколько у меня было с ним? Наверное, рыбалок 10, мужики, девушки. Но, короче, смысл в следующем. Появились какие-то катушки сверху на рабочей длине. То есть на длину заброса появились какие-то катушки. Я как бы вижу не очень хорошо, супругу вчера попросил. Ногти у нее длинные, а она чуть-чуть их сдвинула, потом встала. Что за хрень, не пойму. Ну, у меня такое подозрение, что он там чем-то вроде как бы пропитан, чтобы он не тонул. Я так думаю, что это защитный слой вот этот слазить начал. Как это скажется на непосредственно на этом, на рыбе, хрен его знает. Сейчас буду пробовать. И еще, почему фариум Мором С, а не Кощей или еще что-то... Как вы можете видеть, да, я стою на берегу, берег кулюторный, как бы, подход, да, но вот тут вот прям бурелом. Вот лес, то есть ни справа, ни слева, ни сверху я, то есть как бы, я вчера немножко подмучился, закидывая, потому что пару раз я зацепился. Хорошо, что все на уровне пояса, я забросы боковые делал, потому что сверху ветки там намертво. Ну, Кощей я взял, только не премиум, а простого. Первый мой Кощей, который, вот. Поэтому взял сегодня фарио, сейчас будем пробовать. Вот. И еще сразу вопрос один, который сейчас будет после видео. Что-то с собой мотаги не взял. Берег, видите, сами какой, да? То есть до воды здесь где-то приблизительно, ну, с полметра, может быть, чуть поменьше. Место трудное, есть зацепики, видно травка, старые палочки. Ну, короче, и в дорогу палка не дешевая, не стал я ее насиловать. Потому что, ну, если честно, мне стрёмно. Вот, тубус есть как бы под нее, я сделал из трубы, но все равно. Не знаю, мне шлемазы бы самому еще закидывать тут, обломать ее на забросе где-нибудь на ветках. Да, потом за ремонт платить. Нахрен нужно, она берет рыбу и берет. Аж мотаги до дома. Дома там я все знаю, и дома у меня берега более открытые, заросли поменьше. Ну что, погнали, короче, на воду. Все. А, напоминаю. Тамбовская область. Город Мичуринск. Река называется Лесной Воронеж. В черте города ловлю. Так, ну что. Второй заброс. Клеечка. Не жирная, не толстая, правда, но... Ну, поклевывает. На первой же проводке было несколько тычочков. Вот. Ну, сейчас я клеечку засек. Опарыш искусственный, еще раз говорю. Соли. Запах такой
Непонятно, чем, короче говоря, воняет. Ну вот забрасывать стало намного лучше. И нету боязни, что что-то где-то зацепится. Так, тычка. Может быть, перевяжусь, конечно, потом. На Кощея попробуем. Ах ты, какой удар был, блин. Такой прям душ. Аж кончик отработал. Да, пока весна, биль можно половить в радость. Вчера попадалась красноперка мне. Вот. Разговаривал. Вчера шел домой, кстати, поговорил с двумя поплавочниками. Сидели там, мостик есть такой, около моста. Спросил, ну, показал он мне. Ну, раза в два меньше того, что я вчера поймал. Спросил, как я, говорит, ты со спиннингами. Ну, он мне говорит, со спиннингами. Я говорю, ну да. Так, я говорю, щучка мелкая берет, я говорю. Не стал я уж. Вот. Как говорится, травить душу мужику. Мужичок такой пожилой, удочки такие видно, 5 там, 7 метровка старенькие, маховые, с кольцами. Да, то есть к чему? Мормышин крулит. Ах ты, блин, какая потяжка была сейчас. Ладно, включусь. Ну, блин, импульсивная рыба. Платовень какая, а? Под доску. Ну, хорошенькая. По подмосковным меркам это очень хорошая. Ладно, отпускаем. Не, прикольно. Так, ребят, ну-ка подскажите мне московскому профану. Блин, да стойте, ёшкинка. Что за рыбка? Да что ты? Ширина как подлещик, чуть-чуть красноватые плавники внизу. Густерка, походу, дело. Шириной как маленький подлещик. Такой плавник острый сверху. Ну, густера. Просто у нас такая не водится. Ловлю я редко где. За пределами. Ну что, уклейка. Как из пулемета лупит. Я уже задолбался, блин. Стал делать паузу при забросе. Сразу делал проводку вчера. Сейчас жду, пока чуть утопится. В комментариях напишите, что за рыба интересная. Ну все. Ну, такая краснотереща. Ух, размерчики, да? Красотка какая. Половники алые. Рыба красивейшая. Кстати, кто-то спрашивал, почему красноперка заглатывает приманки больше размером, чем как бы у платвы. У платвы, я обратил внимание, у красноперки рот намного больше. Намного больше, то есть. И заглотить там у платвишки рот поменьше. Ох, красота. Дождик пошел, ребят. Не знаю, как на клюве скажется. Посмотрим сейчас. Вот, уважаемые леди и джентльмены, так я ее лучше покажу. Опарыш там внутри, в заглот. Вот такая рыбка. По-моему, это густера. Хотя я, конечно, могу ошибаться. Она у нас в Подмосковье просто не водится. Ну как, вот где я живу, я видел. Может быть, где-то она там и есть. Дождичек пошел мелкий. Но пока что мелкий. Не может немножко не радовать. Красотища какая. И все, биль берет практически на каждом забросе. Сейчас, наверное, что-то поэкспериментирую. Может быть, попробую все-таки мормышку поставить. Вчера как-то вот печки были, но рыба толком не берет. То есть не засекается. Я уж и замедлялся, и пытался на дно положить, и в толще воды ее так продергивал.
Ну, как-то, не знаю, на сплитшот поклевок намного больше. Результативных, при том, считай, практически каждая. Проводочку делаю такие, 2-3 таких покачивания и пауза. Покачивание, пауза. Горлица воркует, слышу прям. Кто не знает, горлица — это голод такой. Дикий, дикий, не городской, а дикий, говорю. Ладненько, включи. Так, что хочу сказать. Вот ты... Вот такая шелупонь стала брать. Все покрупнее куда-то делось. Как выключила прям, буквально. То есть видно, что это с погодкой. Потому что погода пасмурная. Дожди обещали еще. То есть 5-10, короче. Ну, как-то вот так вот. Ну, такая вот клюет. Кропищечная. Я уже даже на Кощея перешел, на простого, да, вроде как подлиннее. Заброс чуть подальше будет. А, думал, может, рыба от берега ушла. Ну, что-то как-то непонятно. Ну, стою на той же точке. Ну, вот, ни плотвы, ни красноперки больше нету такой. Ну, более-менее крупной. Все куда-то делось. Ладно, включу, будем пробовать. Включить. Так, ну все. Сейчас было затишье где-то на полчаса, наверное. И рыбка опять активизировалась, подошла. Такая уклик с ладонь. Ну, не крупняк, конечно, но приятно. А так рыбка берет. Берет офигенно. Ребят, ну каждую снимать не буду, это нереально просто. Не обижайтесь, пожалуйста, уважаемые мои подписчики, там, ребята в группе, но, я говорю, клюет вот постоянно практически, там вот полчаса, может быть, затишье вот сейчас было, а так каждую проводку либо уклик, либо плотва, красноперка реже берет. Еще раз говорю, вот там кувшинки, травки какие-то старые остались, она крутится там, она не выходит на открытое место, ну, она сама по себе такая, то есть, сами видите, река чистая, щучка стала слева погуливать. Наверное, перерыв был из-за того, что хищник подошел. Ну, ладно, продолжаем ловить. Включусь. Ну, красота какая, да? Ладно, ешкин. Ну, берет рыбка. Похуже, чем вчера. Похуже. Похуже, потому что, видно, все-таки смена погоды внесла свои коррективы. Я вот покидал, что-то было около берега, недалеко относительно, сколько тут метров, 10, наверное, там, 8, что-то вытащил, а... И еще плюс выход хищника, щучка погуливает, вот. Ну, понятное дело, рыбка брать немножко перестала. Ну, поклевывает, слава богу, как говорится, так что... Всегда пробуйте. Сейчас попробуем, наверное, я даже не знаю, на сплитшот-то брать стало плохо. Хотел попробовать мормышки, но я так чувствую, сейчас бесполезно делать, потому что если на поводковую оснастку так берет плохо, то я так понимаю, что на мормышку будет еще хуже брать. Потому что такого жора нету, как вчера. Ну и сегодня я уже, наверное, десятка два поймал. Плотвы, уклейки, там красноперка у меня одна, по-моему. Ну вот как-то вяло, вяло, хуже стало. Все-таки смена погоды, похолодание, оно, наверное, сыграло роль свою. Заброс стал подальше, думаю, может, рыбка сдвинулась, но нет, поклевки на том же месте происходят. Ну, как-то вяло. Ну, берет, что. Когда можно еще с таким успехом половить плотву, уклеить? Только по весне. Ладненько, включусь.
красноперка сегодня бастует. Вот так вот. Вместе с моей рукой рядом. Вот видишь, какая добрая. Ну вот она сегодня редкость у нас. Кстати, по поводу Гёссена хочу сказать еще. Все-таки, пускай меня любители монолески съедят. Красота какая. Но чуйка у него хуже, чем у монофила. Хуже. Это уже факт. Ну, лично для меня. Так, ну что, братцы рыбаки. Загнал меня дождик под это, под мост. Плаща с собой у меня нету. Короче, пришлось прятаться. Дождь пошел сильный. И рыба там брать отказалась напрочь вообще. Вот такая вот плотвень на течение. Красота, да? Ну, поэтому теперь понятно, и выход хищника, то есть щучка погуливала, и плюс вот собирающийся дождик внес свои коррективы, как говорится, в рыбалку капитально. Ладненько, включусь. Так, ну что, братцы рыбаки. О! Какая рыбка хорошая, да? С моей рукой. А вот это уже в бубонечках вся. Это тоже на нерест собралась. Могу сказать, что рыба клюет. Клюет исправно. Вот. Утяжелился я, да, 8 грамм. Потому что тут есть течение. И 0,5 грамм очень сносит. Вот. Ну что, клюет. Пробуйте, экспериментируйте. Вам желаю. Ловите рыбу. Ловлю я на Кащея, целиное FS-1000, шнур Гёссен решетка 0,1 и искусственный опарыш сплитшот 0,7 грамм. Вот. За сим заканчиваю свой видеообзор. Всем приятного просмотра. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. В общем, ставьте чего-нибудь. Всем пока.